Приветствую вас, друзья! С вами я, Алексей, и мой канал «Обзор товаров из Китая». Сегодня мне пришла вот такая вот посылочка без трек-номера. Люблю, когда посылки приходят без трек-номера, гадаешь, что может прийти в этой посылке. Я, конечно, подозреваю, с какого-то сайта посылка, но не будем томить, давайте вскроем. На упаковке у нас только видно, что пришла почтой Гонконга. Мои данные на русском языке, написано, что 19 числа посылку выслали из Китая, белорусский уже трек-номер, сзади написано «Gadgets» и оценено в $10. Давайте вскроем аккуратненько. Да, мои ожидания оправдались, это посылка с сайта. Хотя, подождите, возможно, еще и не оправдались. Подточил я нож, но что-то не вижу. Все-таки надо себе купить что-то поприкольнее, побольше. Обычный попырчатый пакет. Так, да, это посылка с сайта chinabuy.com. Верно, я угадал. Ну, давайте начнем сразу со шмотки. Это размер XL и это майка. Раньше была модная, сейчас не знаю. Просто заказал проверить качество, как качество на этом сайте. Вот такая вот, мол, руки сжимают, ну вы поняли, тело. Так, про размер могу сказать XL. Возможно, наверное, скорее всего, будет мала. Но не исключено, что может быть и подойдет. Размер XL, бирки T-Keep, 100% cotton made in China. Ну, по ощущениям ткань неплохая. Не знаю, как она будет после стирки себя вести. А вот рисунок такой, честно, не очень. Мне кажется, что после стирки он как-то отвалится, что ли. Ну и самая интересная вещь это... Вот такой вот Bluetooth адаптер, я не знаю, как его назвать. Bluetooth аудио ресивер. Давайте вскроем его. Заклеим. Короче, иногда, когда я сижу на ноутбуке, есть, как сказать, там, требовательность. У вас требовательность послушать музыку, ну, в колонках. А я сижу далеко и хочется музон включить погромче. Ну и вот, вот эта штука специально для этого и сделана. Короче, работает она по Bluetooth. Ну, сделано. Вот этот провод уже мне не внушает доверия. Очень такой тоненький, вообще какой-то вяленький вообще. Вот, а так это сама штучка сделана с soft-touch пластика. Питается от микро, походу. Micro-USB. Я так понимаю, что сюда вставляется джек от колонок и потом коннектится, получается, по Bluetooth или с компьютером, или с мобильным телефоном, и вы можете воспроизводить музыку, ну, понятно, что на колонках через Bluetooth. В комплекте у нас кабель. Угу, отлично, это тюльпанчики и 3.5 джек. Кстати, да, у меня такой немного навернулся. Не надо будет перепаивать, отлично пойдет. Переходника, кстати, не положили. Это питается у нас вот этот ресивер через вот такой вот адаптер на 1 ампер. И, как я говорил, с другой стороны микро USB. И не знаю, зачем нам такая отстойная китайская гарнитурка, которая уже норовит, просто его взявши, она уже норовит в руках развалиться. И макулатурка на английском языке. Тут вот показывает 1 метр. 1 метр? Нет, мне не надо 1 метр. Мне надо метра 3-4, чтобы она ловила. Что мне ваш метр-то? Вот. Так, одна на английском и вторая тоже на английском. Две одинаково. Ну что, прикольная коробка, мне понравилась. Сейчас, кстати, проверю сразу, наверное, от этого. От мобильного телефона. Ноутбук я отдал в ремонт, возможно, слышали. И да, переходника нет, это как-то не очень. Ссылки на все будут снизу. Так что, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте про Инстаграм, Твиттер и группу ВКонтакте. Пока, друзья!